Друзья, всем привет! Вот мой канал Fisherman Hunter. Короче, хочу вам показать такие нюансы. Вот, получается, сейчас открою свое видео. Вот. Открываю свое видео. Да, вот смотрите. Вот женщина. Заходим к ней. Вот я ей колокольчик поставил. Это раз. Так. Васьюган. У меня колокольчик уже стоит, друзья. Интернет. Вот. Видите, колокольчик стоит. Нюанс. Теперь смотрите. Грузино-армянская кухня. У меня колокольчик не стоит, друзьяшки. Видите, колокольчик не стоит. А я его нажимаю. Опа. А мне пишет ошибка сервера 404. Теперь смотрите. Заходим рыбак Коми. Коми-рыбак. Колокольчик стоит, да? Стоит, ладно. Выходим. Нажимаем назад. Так, теперь просто вот. Так. Вот нажимаем на деревню, да? Ладно, фиг с ним. Снимем колокольчик. Зачем нам нужен колокольчик на деревне, типа? Ага. Вот смотрите. Выходим. Нажимаем назад. Готово, блин. Зарядка это. Тупит у меня маленько. Нажимаем грузино-армянская кухня. Ставим колокольчик. 404 ошибка. Заходим на деревню. Опа! А здесь-то колокольчик ставится. Так что, друзья, вот смотрите. Не обижайтесь. Кому не смог поставить колокольчик, это не значит, что я специально взял и вам не поставил колокольчик. Друзья, я всем ставлю колокольчики. Но бывает вот такая вот фигня. Вылазит ошибка 404. Так что зла не держим, продолжаем смотреть, ставить лайки, подписываться на канал, делиться этими видосами всякими разными. Все, всем пока. С вами был Fisherman Hunter. Теперь, кто знает, объясните, пожалуйста, почему вот